Итак, всем привет, с вами Арсений, магазин ToolCamp, и обзор вот такого ящика, разработанного, в принципе, Алексеем Сахаровым. Привет, Алексей. Ящик, думаю, уже практически завершен в виде у нас. Вот. Он у нас вот с такой вот ручечкой транспортировки. Вот, очень удобно. Здесь у нас вот такая вот защёлочка. Вот. А ящик, в принципе, у нас предназначен для эхолота. Сделал я точные размеры 180 на 160 эхолот Лоуренс, пятерки, по-моему. То есть, чтобы было наглядно хотя бы понятно, что и для чего. Вот. Итак, ящик у нас сюда поместится свободно парочка аккумуляторов. Внутренний размер идет 20 на 29. Высота полочки у нас, соответственно, 1 сантиметр, а полная высота 33 сантиметра неполных. То есть внутренний объем можно забить аккумуляторами, электроприбамбасами и всем остальным, всем прочим. Здесь у нас крышка, при необходимости можно снять, она установлена на барашках с забивными гайками. Выполнено все из алюминированной финской фанеры российского производства. Естественно, толщина фанеры у нас везде, боковины, задняя стенка, девятка, крышка и вот эта вот часть из 15-й фанеры. Вот. То есть, в принципе, ящик, не скажу, что мега тяжелый. Даже могу попробовать извлечь сундука вместе с импровизированным эхолотом. Ровно 5 килограмм получилось. В принципе, это не так много. С тем учетом, что, наверное, с килограмм весит у меня этот импровизированный. Так как у данного ящика боковины достаточно свободные, то как вариант установки на эти боковинки, например, вот такого подстаканника, который при необходимости складывается, убирается. Боковинки можно установить различные вот такие прикуриватели, блоки USB. Вот. Эти все причиндалы можно уже заказать у нас на сайте. Отдельная категория появилась, электрикоглотку. Вот. Это все уже проверено, качественно работает. Вот. Помимо всего прочего могу добавить, что на сайте также появились вот такие вот магнитики, вот, неодимовые, с отверстием, что позволяет их зафиксировать необходимым вам месте для фиксации различных инструментов лодочных, рыболовных, которые хотелось бы иметь под рукой. Вот, то есть магнитики у нас есть двух вариантов. Побольше магнитик, это с разрывом до 7 килограмм на разрыв, и поменьше магнитики с разрывом на 2,6 килограмма. Ну, то есть любой практически инструмент вы сможете спокойно зацепить, вот, и он у вас даже во время качки никуда не скроется, не убежит. Жду ваших комментариев, отзывов по данному ящику. Ящик поступает у нас сейчас на фотографирование, выставление на сайт. Вот, в ближайшее время вы его уже там сможете увидеть. Ссылочку обязательно в конце видео я прилеплю. Вот. Но предупрежусь, пока что данные ящики, пока не полностью все не испытано, не этот самый, ящики будут только под заказ. Итак, понравился ящик, не забудьте поставить лайчинский, вот, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, который постоянно добавляет новые видосики по разным лодочным тематикам и по другим тематикам тоже. Всем пока, рекомендую!